Екатерина Коваленок, 20 лет, студентка экономического университета. Она читает не бульварные романы, а только серьезную литературу, коллекционирует эпиграфы к любимым изданиям Камю, Джека Лондона, Сартра. Но на идею своего проекта страхового агента вдохновили шедевры белорусской природы. Любимое хобби – рыбалка. На удочку романтичной минчанки попалась идея создать живой мини-портрет Беларуси в собственной сельской усадьбе. Гостям моей усадьбы я предложу терапию для души. Я хочу улюбить туристов в нашу страну рыбалкой, баней и вкусными драниками.